Добрый день, вас приветствует компания Мотолайф. Небольшое видео по состоянию мотоцикла Suzuki Bandit 1200S. Лот 7719, последние цифры номера рамы 1007. Вот такой красавчик. Сразу запустим, прокатимся. Очень мощный, шустрый мотоцикл, очень удобный. Сразу проверим оптику, фара ближний, дальний, все работает, поворотнички левый, правый, стоп сигнал, работает, задние поворотнички, правый, левый. Ну и пройдемся по пластику, внешнему техническому состоянию. Итак, ветровичок притонированный, целый. Фара, оптика, поворотнички, все целое. Весь пластик передний абсолютно ровненький, красивый. Крыло переднее целое, незначительная царапка. Покрышка, состояние протектора на травичку. Тормозной диск один и второй практически без износа. Колодочки 60% в остатке. Вилка, ломы, штоки не ржавые, сухие, пыльнички целые. Пластик с правой стороны весь ровненький. Бензобак абсолютно весь ровненький, красивый. С левой стороны незначительные царапки. И здесь внутренний пластик целый. Все отлично. Очень смотрится приборка. Все целенько, красиво. Два ключа зажигания, дополнительный тюнинг, также переключение скоростей, еще что-то, зарядочка, кнопочки пульта, все целое, все в отличном состоянии. Грипсы практически не затерты, ручка сцепления целая, тормозная ручка целая, зеркала отличный, красивый небесный цвет. Все целенькое, отлично. Сиденье родное, не перешитое. Все абсолютно целое. Задний пластик весь ровненький, красивый. Целенький, незначительная потертость. В районе двигателя также все целенькое, все красиво. Радиатор целый. Крышки целые, без повреждения. Здесь резинки практически не затерты. Цепь смазывалась, цепь в хорошем состоянии, задняя звезда в хорошем состоянии. Задняя оптика, поворотники, стопарь, все целые. Хвост, брызговик очень широкий, такой надежный, все целенькое. Покрышка, заднее состояние на троечку. Тормозной диск задний, незначительный износ. Колодки задние 70% в остатке. Глушитель слегка потерт, но не поврежден. Все целенько, красиво, вся трасса, вся целая. С правой стороны крышки двигателя также все в отличном состоянии. Здесь боковые крышечки, все красиво, хром. Все блестит, сверкает. Так, пробег. Пробег 10360. Еще раз запустим. Запускается, работает отлично.